На прошлой неделе Белорусский женский фонд отправил исковое заявление в Международный уголовный суд в городе Гаага с просьбой возбудить уголовное дело против гражданина Республики Беларусь Лукашенко по статье «Преступление против человечности». Белорусский женский фонд на протяжении 6 месяцев собирал свидетельские показания тех женщин, которые прошли через тюрьмы, которые прошли через пытки, унижения, оскорбления, незаконные задержания. И, естественно, мы приложили эти свидетельские показания к нашему исковому заявлению. На прошлой неделе произошло 2 очень таких, знаете, крупных события. То есть одно из них преступление – это захват, рейдерский захват гражданского судна авиакомпании Ryanair и арест Романа Протасевича и его девушки Софии. А также Лукашенко дал команду открыть 2 уголовных дела. Первое – это против мэра города Риги, и второе – против министра иностранных дел Латвийской Республики. О чем это говорит? Это говорит о том, что если раньше Лукашенко исключительно терроризировал граждан Беларуси, то теперь уровень его угроз и террора уже вышел за пределы Беларуси. Именно поэтому вдогонку к нашему исковому заявлению Белорусский женский фонд мы отправляем еще одно письмо, адресованное Международному уголовному суду с просьбой ускорить процесс возбуждения уголовного дела против гражданина Лукашенко. Ведь теперь мы все четко понимаем, что данный гражданин представляет угрозу не только для белорусов, но и для всего мирового сообщества.